В Актау прошел республиканский фестиваль «Жар-Маржан». Музыка и сказания, связывающие поколения, звучали со сцены филармонии имени Мурата Эскымбаева. Ценители национального искусства насладились игрой на домбре юных хранителей многовековой истории. Основная цель фестиваля – поддержка местных исполнителей, пропаганда искусства жанра «Жар-Жирау» с участием республиканских школ-мастеров, представляющих собой оригинальный бренд республики, а также поддержка творчества талантливой молодежи. «Жар-Маржан» фестиваль. Фестиваль «Жар-Маржан» проходит на республиканском уровне в рамках большого проекта «Гасырлар үні мәңгі рухтың көрінісі». Мы проводим конкурс для того, чтобы пропагандировать среди молодежи искусство жар-жирау. Нам необходимо развивать жанр жар-жирау. Всего по республике есть 5 школ, пропагандирующих это искусство. Я думаю, что поддержка молодежи поможет в развитии самого творческого направления. Как отмечают сами жарши, в современной литературе и искусстве одним из самых популярных является жыр-терме. На фестивале съехались виртуозы из 5 школ жарши страны. Каждое выступление получало теплый отклик. Участники выражали свою радость и благодарность за возможность выступить на фестивале. На этом фестивале я представляю западную традиционную школу жарша. Думаю, что сегодняшний фестиваль пройдет на очень высоком уровне. В целом на фестиваль съехались представители нескольких школ жар-терме. Есть участники из Жетісу, Кызылорды и Арха. Считаю, что на этом фестивале есть чему научиться, потому что здесь пропагандируют нашу традиционную песню, национальное искусство. Хотелось бы, чтобы в народе больше пропагандировали такие творческие мероприятия. По словам организаторов, фестиваль, собравший представителей разных школ, исполнителей жар-жирау, будет продолжен и в дальнейшем. Эжен Сабитхазнаджан Спандиар, Дидар.